Вот Севастьяна, космонавт, мы с ним на Кубе. Вот летчик-космонавт, герой Советского Союза. Это все такие люди значимые и все уважаемые. На стенах самые известные люди своего времени. Для героя социалистического труда Ивана Васильевича Захарова праздник 1 мая – повод вспомнить дело всей своей жизни. Каждое фото – это уже история. Вот, пожалуйста, глава Чечни Рамзан Кадыров. Иван Васильевич, нужна поддержка, я поддержу. Я понимал, я говорю, мне финансы не надо от тебя. Ну, зачем это быть обязанным? Но помимо известных людей, в личном музее немало и обычных рабочих. Токари, доярки, ученые, которые посвятили свою жизнь труду. Иван Васильевич и сам получил немало наград. Это за создание спецтехники. Это нас было всего 12 человек в Советском Союзе, которым в Кремле вручали вот эту высокую награду. А звезду героя мне вручали в 83 году. Вот Лев Николаевич Зайков мне вручает за выпуск 250-тысячного трактора «Кирвис». Так что вся история моей жизни прошла на славном Путиловском кировском заводе. На заводе Иван Васильевич проработал больше 30 лет. Прошел путь от простого рабочего до начальника цеха. Поздравить ветерана труда с 1 мая пришло руководство территориального управления микрорайона Левобережный. Вручили благодарственные грамоты, цветы и сладкий подарок. 1 мая мы обычно отмечаем другими способами. Это красочно, это демонстрации, это какие-то собрания. В это непростое время мы приняли решение и оказали внимание непосредственно организации «Гордость Подмосковья», его председателю, членам правления, преподнеся такой сладкий подарок. Торт с символикой 1 мая Захаров решил передать членам правления общественной организации «Гордость Подмосковья», которую сам возглавляет. В нее входят герои, кавалеры государственных наград, лауреаты губернаторской премии, ветераны боевых действий. Более 30 тысяч человек. Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.